Разработчики социальной сети ВКонтакте заявили, что обошли блокировку в Украине. Но блокировка была введена еще 5 лет назад, Зеленским она была продлена. И вот новость от 13 сентября, что в магазине бесплатное приложение, ну, Google приложение для смартфона, вот ВК, App, ВКонтакте, их неофициальное приложение, и оно как-то работает, что свое либо VPN имеет вот эту сеть виртуальную, то не надо теперь пользоваться людьми разными прокси-серверами или еще какими-то услугами, где возможна кража личных персональных данных. И вот они такое сделали на украинском языке в своем сообществе, что сразу выходите с Украины в интернет и читаете, слушаете любимые песни, публикуете записи. Ну что сказать, ВКонтакте она действительно удобная сеть, в отличие от Одноклассников и Фейсбука. Там все сделано логично, удобно, ничего не перегружено. Если не можете сделать свою социальную сеть, я не понимаю, почему Украина не сделает свою сеть. Что ВКонтакте скачать приложение, и люди будут теперь пользоваться. Ну, удобно сделали, что тут скажешь. А еще вот выходят через браузер Opera. Вот, к примеру, не удается получить доступ сайта к новости. Тут вверху в Opera переключатель VPN. Но тут более-менее безопасное соединение VPN. Вот включаете, и сейчас сайт откроется. Через, как говорится, другую страну пойдет. Это в Opera встроенный этот сервис. Сейчас вот посмотрим. Еще раз обновим. Через VPN на Mail.ru. Оно тоже заблокировано. Вот видите? Открылась страница. Тут вот новость, к примеру. Похожая на оборотня кошка покорила сеть. За ее приключениями следят больше 50 тысяч человек. У меня дома тоже 3 кошки, и на YouTube-канале много видео об этих кошках. Так что смотрите. Вот. А вот эта кошка, что на оборотня похожа. Ну, не знаю. Тут она шерсть, гляньте, как у собаки, у этой кошки. Котик откормленный. У меня тоже есть самая толстая кошка в Херсоне видео. Поиск по каналу дайте и увидите. А вот так вот стильно сделали котят. И вот еще так и ходили. Итак. Ну, красота одним словом. Но это, конечно, шерсть, смотрите, бесшерстяные коты. На любителя это все.